Уважаемые дамы и господа, сегодня мы на первой встрече с губернатором Глебом Никитиным. Вот такая обстановка здесь. Сразу скажу, никакого алкоголя, все очень прилично. Ну и сегодня мы переговорим по поводу развития фермерского движения в Нижегородской области. То есть рано еще пока, да? Понятно. Могу сказать, много известных людей сегодня. Общество приличное. Вот. Как раз для ведения всех возможных переговоров на разных уровнях. Все министры, но лица показывать не будем, поскольку официальное, точнее, неофициальное мероприятие.